Привет, ребята, опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать ту мелодию, которую я хотела скинуть в экспресс-разбор, но я понимаю, что она сейчас супер популярна. Если я буду пока писать остальные табы, пока это все сниму, естественно, весь хайп пройдет, и я останусь в разбитом корыте. Поэтому сегодня я отдельно не научу тебя играть мелодию Тони Игли «Астрономия», или по-другому это тот самый мем, где чуваки танцуют с гробом. Ну а перед началом этого разбора я хочу напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе, и именно ты, дружок-пирожок, можешь помочь мне достичь эту цель. Тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Разбор на укулеле. На самом деле мелодия очень интересная, тут есть что поиграть. И для начала разберем вступление, которое состоит из 4 тактов. Первый такт мы начинаем с вами играть на второй струне, которая зажата на первом ладу. Ее мы играем 4 раза. То есть 1, 2, 3, 4. Далее мы просто играем открытую первую струну тоже 4 раза. Затем второй такт мы играем вторую струну, зажатую на третьем ладу. Тоже 4 раза. Заметьте, я делаю такую фишку, я не отпускаю этот палец, а переношу его на третий лад. Но при этом я не делаю слайд, то есть у меня такого звука нет. Я как бы сыграла. И вот когда мне нужно перенести на третий лад, я как бы отпустила эту струну, и палец проскользила и поставила на третий лад. Получается. Заметили, да, у меня не было этого... Затем мы играем первую струну, зажатую также на третьем ладу. Тоже играем 4 раза. Соединяем. И далее мы играем 12 раз первую струну, зажатую на пятом ладу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, хотя вы можете так не считать, но можете считать. Дело ваше. И потом мы ее отпускаем и играем один раз открытую. И концовку 4 такта мы играем на второй струне, зажатой сначала на третьем ладу, затем на первом, и просто открытая струна. Соединим полностью эти 4 такта. Теперь следующие 4 такта, которые мы будем повторять 2 раза. Но для начала первый такт. Мы играем третью струну на втором ладу 2 раза, то есть... Затем первая открытая струна один раз. Далее вторая струна на сначала на третьем ладу. Далее на первом. Этот такт полностью. Далее второй такт мы играем вторую струну сначала открытую 3 раза. Потом зажимаем ее на третьем ладу. На первом. И вновь открытую. Такт полностью. Далее третий такт. Мы играем третью струну, зажатую на втором ладу. Далее открытую. То есть... И переносимся на 8-й лад на первой струне. Играем 8, 7, 8, 7, 0. То есть открытая струна. Еще раз. 8, 7, 8, 7, 0. На самом деле этот момент я специально для вас упростила. В оригинале было так. Я знаю, что вы будете сильно тупить, и у кого-то не будет с первого раза получаться походить на этот переход, поэтому у вас есть вот эта миллисекунда, когда мы играем третью струну открытую, то есть вам нужно уже перейти на 8-й лад. Чтобы быстрее ориентироваться, у вас на ладах, скорее всего, есть вот такие вот точки. Так вот, эта вторая точка, это обозначает 7-й лад. Соответственно, рядом 8-й! Гениально! Теперь давайте попробуем этот такт сыграть полностью. Еще раз. Теперь все эти 4 такта соединим. И вот эти 4 такта мы повторяем 2 раза подряд.
Ну а теперь время потанцевать! Если ты научился играть эту мелодию, то поставь свой лайк. Также напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. И напоминаю, что теперь все мои труды и старания ты можешь поддерживать подпиской на Boosty. Вот, например, вот эти вот ребята подписались на меня и получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но я напоминаю, что меня зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!